Aquí hay alguna У нас здесь canción есть известная песня о том, что в нашем краю дождь не знает, как ему идти. Либо дождей мало, и наступает засуха, либо много, и тогда начинается катастрофа. Веками мы жили, адаптируясь к такому водному режиму. Мы не являемся страной с наибольшими водными ресурсами в Европе, но мы точка с наибольшей экологической сознательностью в отношении водопользования. 100% воды здесь очищается. Но в дополнение к этому, в регионе Валенсийское сообщество есть места, где полностью очищенные воды также повторно используются на полях для выращивания фруктов и овощей, которые затем попадают на столы по всей Европе. В некоторых домах туалеты раньше находились снаружи здания. Потом их постепенно перенесли в дома. То же самое произойдет и с очистными сооружениями. Обычно они находятся рядом с реками. Некоторые реки берут свое начало там, где выходит очищенная вода. Но было бы логично размещать станции внутри городов, ведь это общественная служба, которая дает нам воду, энергию и которая нужна нам так же, как туалеты в доме. В мире есть места, где вода, выходящая из очистных сооружений, становится питьевой. Она предназначена для потребления человека. Для Европы это не является нормой. Мы не думаем, что придем к этому, но, в принципе, вода, прошедшая очистку, может употребляться людьми.